Как известно, в ходе визита в Киев Кэмерон заявил в интервью агентству Reuters, что, цитата, прямая Украина, как он сказал, есть право наносить удары по территории России с применением британского вооружения. Было ли это неудачной попыткой сампиара или дезавуированием позиции официальной? Вы знаете, пусть они там сами разбираются. А может быть, кстати говоря, это в том числе и привело к какому-то своему внутреннему политическому кризису. Пусть разбираются с этим эксперты внутри Соединенного Королевства. Мы свои выводы из этого эпизода сделали, мы его зафиксировали. И в заявлении МИД России от 6 мая прямо предупредили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории нашей страны могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами.